Приветствую вас, друзья, на канал Бобби Плей. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Planet Zoo. Сегодня будем заниматься мы заведением карликовых бегемотов. Всем, друзья, приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься, как уже говорил, карликовыми бегемотами. Я уже малость прикупил их, да, потому что, ну, очень мало их, да, там разных, вот видишь, у нас тут и то мы таких вот понабрали, знаешь, таких говенных, не очень хорошие статки у них, ну, ген размера, видите, ну, тут это единственное, вот попался нормальный, более-менее плюс-минус самочка, да, ну, и тут ген размер, опять же, ну, так... себе скажут выбор. Ну и тут видишь ли очень мало этого выбора и вообще. А нужно заражено животное. Окей. Ветеран разоружено, хорошо, замечательно. Итак, я уже как обычно подготовил все, да, уже я сделал вот здесь примутил, чтобы место это не терять, вот здесь карликовые бегемоты. Что для них нужно? Нужно. Так, где наши животные? Сейчас пойдем в зоопедию, почитаем про них. Вот, только что ничего не было, тут появилось. Так, как тут самец? Ну, тоже ген фертильности очень слабый. Ладно, зоопедия. Итак, карликовый бегемот. Популяция в дикой природе 3000 исчезающие. Ух ты. Ну да, 3000, блин. Ну как это там что-то подсчитывать, что ли, их так? Карликовые бегемоты. Это млекопитающие сильного размера, обитающие в тропических лесах и болотах Сьерра-Леона, Либерии, Гвинеи и Кот-д'Ивуара. У них серо-бурая кожа, маленькие ушки и крепкие ноги. С четырьмя пальцами они обычно живут около реки и большую часть своего времени купаются или спят. Ну, замечательно, блядь. Я бы так бы хотел. Что они бегемот, блядь. Средний рост карликового бегемота составляет 75-100 см. Длина тела от 150 до 175. Вес от 180 до 275 кг. Карлик и бегемот находятся под угрозой. Главную опасность для него представляет браконьерство и уничтожение ареала из-за вырубки лесов. Положение этого вида осложняется еще и тем, что территории обитания часто идут в боевые действия. Это не только приводит к случайным жертвам среди бегемотов, но и усложняет деятельность природных организаций. К счастью, на этой территории находится несколько национальных парков, поэтому обитающие в них популяции находят под защитой. А различные организации, среди которых Лондонское зоологическое общество, следует зоологии вида в надежде найти более эффективный способ его сохранения. Ну так себе скажем. Мало места им надо смотреть. 270 квадратных метров, вода 270 квадратных метров, температура, так это хорошо. Более 4 самцов. Так, ну, как видите, можно лезть на штопку, можете почитать, да, по большому размножению. Социальная потребность. Карликовые бегемоты будут преимущество одиночный образ жизни, но иногда они отличаются большие группы, например, мать с детенышами или барачная пара. Ну, это окей, хорошо, ладно. Если кому интересно, можете почитать. Или хотите, чтобы я читал, то тогда расскажите. Обогащение среда. Уже смотрите, сколько мы можем уже предоставить. Да, и тут еще что-то есть. Диета, сена. Что, блядь? Диета, сена. Окей, хорошо, ладно. Короче, у нас получается, сколько здесь размер? У нас получается размер 2,5 километра, и в одной пространстве 782 метра, 10 метров. Я что-то тут слишком много им дал, ладно, ну да ладно. Короче, запускаем этих. А что здесь? А, кстати, друзья, ну это сейчас исправится. Добавила пару строений. Вот, вот добавила вот такую вот солнечную панель, украсил, разукрасил, все здесь работает, все у него нормально. Плюс еще 67 обогащений идет, да, и все так, надо сразу начать поставить раз в 3 месяца, пусть приходит проверять. Я уже нанял пару. Ох ты, блядь, а ты что тут делаешь, дружище? Застрял, да? Ну, бывает. Вот, что еще добавили здесь? Добавила здесь вот такую вот систему, да, вот тут такой уголок отдыха, крыльца, да, такой чисто образовательный. Ну и магазинчики и все остальное. Так, что я хотел еще сюда добавить. Сейчас, подожди, перед тем, как мы займемся этими бегемотиками. Я хотел поставить сюда... А, вот что я хотел сделать. Это надо было убрать вот это. Или может даже не брать, просто передвинем вот это. Это хотела передвинуть, потому что как-то тут очень все некрасиво. Херский начал тусуется, да, вот так. Сделаем, отлично. Вот, так, и еще я хотел сюда поставить, получается, объекты, здание, дом смотрителя, и хотел поставить дом смотрителя Большой Африка, ну, как здесь у нас Африка здесь, да, так, давайте как-то так, что ли, сравняем, может быть, не, чтобы чисто было красивенько все,
Отлично. Текс, хорошо. Ладно. Так вы знаете, что солнечные батарейки не влияют на настроение наших посетителей. Вот, чтобы вы удивились, да, вот видите. Нету красного, да, вот не здесь, сюда, вот видите. Это влияет, а это не влияет, да, вот смотрите, видишь. Так что тут сломано, а ты что здесь делаешь? Сломался? А почему я не мог починить? Вот это тоже тупо, что нельзя починить тему. Мастера тоже нельзя вызвать. Как-то странно, очень все странно. Дублировать. Это мы. Так, это мы. Удалить. Удалить. А, это... А, что он продублировал? Горящий, сломанный. Ай, дебил. Ну, что бывает. Так. Зажимаем буквочку Z. И... Окей. Так, сокращение популяции пчел будет у нас здесь. Нано. Кстати, я еще расширил, вот, видите, у нас я расширил нашу вот эту вагончик подвесный, да. Ну, плюс еще, чтобы здесь были более посетители. Тут как-то очень мало здесь едет. 1-2 посетителя, это очень мало. Ну, сейчас у них будет побольше, так что здесь происходит? Низкий уровень благополучия, но с ним постоянно так. Так, хорошо. Ставим, запускаем сюда карликовых бегемотов. Хранилище. Ох, как хорошо продается у меня все. Переместить. Ну, переместить. Вот это тоже не нравится. А, кстати, да, друзья, вы знаете, да, что у нас снова вышло новое дополнение, да. Я его еще не... Я его скачал, но еще не купил. Надо будет приобрести его. Южная Африка, да? Так, получается, Южная Африка была, да? Да, походу, да, Южная Африка. Сейчас проверим точно, ли это Южная Африка. Что-то не помню. Мне кажется, была Южная Африка. Блин, что ты... Что ты мне тут... Да, да ты... Ну вот, дадите, да, ты ж... Я не знаю, как это все так работает. Так, хорошо, что происходит здесь? Опять эти бешеные... Так, низкий уровень бонго, что случилось? Социальная группа. Пытается спрятаться. Ну, где прячься? Что тут? Я понимаю, что у нас слишком много народу бегает сюда, да? И у вас тут все нехорошо получается. У вас листья смотрят, натыкают. А что с этими козлами здесь происходит? Я не понимаю. Они все нормально. А что с тобой? Стресс. Опять же, животное подавленное пытается спрятаться. Я не въезжаю. Может, мне надо сделать какой-то отдельный ему вольер, чтобы они туда бегали, прятались? Ладно, черт с ним, потом разберем. Потому что они постоянно какие-то проблемы с этими бобинг-бонго. Так, что с нашими? Здесь. Так, что... А, кстати, мы сейчас можем уже поставить сразу изучение... как его там? Мир... Где наши бараны? А, они еще не занесли их в клетку, да, походу. Да, еще не занесли в клетку. Лады, лады, лады. По поводу этого тоже я что-то не въезжаю до конца. Посмотрите, да, вот насчет этих исследований, да, которые тут производятся у нас. Например, вот продвинутые исследования, да, оно происходит, они что-то тут занимаются, что-то делают. Я не знаю, как, на что это влияет еще, друзья, подскажите мне, пожалуйста, а то я что-то не вкудриваю. Так, смотрим. Насколько они... Ой, какие-то маленькие, ёпты. Какие малюсенькие. Писец. Так, хорошо, ладно, что я хотел сделать сейчас. Так, 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 так. А, мне надо смотреть, что им надо. Травой дофига, все остальное у них... Земли надо побольше. Ландшафт, земля. Высокая трава, низкая трава. Камень. Камень. Где камень? Неровный камень. Стоп, да. Около речки, там где они плавать будут. Да, блин, ночью сняет, получил снимать. Ай-яй-яй, нехорошо как получается. Так. Земля. Ну еще землю надо. Рыхлая земля, нормально пойдет. Камня можно чуть побольше, наверное. Земля. Отлично. Так.
У них по месту все отлично, поэтому тоже все замечательно. Зерно простаты у них просто дохерища. Так, смотрим, что у них там получается. По растения, покрытие. Ну, сейчас это мы сделаем. Сейчас день настанет. А, кстати, им нужно укрытие какое-то. Укрытие. Надо укрытие. Укрытие не надо, им надо только начну. Место укрытия достаточно для всех. А почему 97%? Так, ладно. Нам надо поставить это им лежать, как его, где мы поспать им. Так, вольер. Несколько животных испытывает стресс. Ну это... Блин, не могу, я не могу, меня не бесит. Кстати, знаешь что, друзья, можем такую поставить одну. Может, там будет нормально. Это вот тут угол сюда, вот в этот угол. Я нихера не вижу, темно. Подождем, пока светет. Я что-то, блин, не рассчитал. Ладно, сейчас поставим пока что это. Так, что здесь? Кто там испытывает стресс? Ну да... Это опять эти, блядь, фламинго сраные. Ну чё вы меня бесите, а? Что у вас за проблемы? Пытается спрятаться. Ну, блядь, так прячься, ну. Ну, потом, может, перестроить вольер, им сделать новый, и тогда будет все нормально. Так, ну давайте нам свет. Кстати говоря, что у нас по этому... Вау. Ландшафт. Что? У нас уединенное пространство просто... Завали... А! Это не они, блядь, это же эти... Ладно, потом мы удалим парочку этих, как его... И тут, думаешь, тут у нас тут воды у нас было, тут, блин, дохерища и больше. Инспектор прибудет через 4 месяца. Так, а, кстати, посмотри, что у нас по статистике. Как у нас там, кто у нас там, полярный медведь? Очень благополучие 80%. Так, 5-5, отчет инспектора. Что ты хочешь опять? Что ты сначала? Валер 4, ну это там, да, я знаю, там стресс был у них. Я с ними разберусь потом, попозже. Так, значит, мы занимаемся сейчас. У нас что здесь? Обогащение растения нужны. Какой объем? Вот, вода и тропики. Окей, вольер. Нет, природа. Тропики, да, ну да, тропики. Пусть, не знаю, тропики. 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 А вода? Где сейчас могу? Вот, Южная Америка, да. Надо будет потом скачать, типа, заинсталлировать себя. Так. А есть же вода, что с водой связано? Тропики. Ладно. Сделаем с водой сначала, где там. Вот это у нас, вот. Вода. Ну, с тропики есть сейчас, блядь. Какой-то тропиков найдешь сейчас. Кстати, посмотрим, вообще там нравятся ему вот такие вот вещи. Камыши, бля. Наверное, не будут нравиться камыши. Ну, конечно, за грешем не будет нравиться камыши. Ну, это пойдет, это пойдет. Мне тоже не нравится, как ты жопа. А вот такие тоже нет. Интересно, вот такие. Ну, или ни один из камышей не будет нравиться, по-любому. Вот такие вещи. О, ходят им нравится, блин. Привередливые. Так. Что за 50 штук можно купить? Что ж такое же самое? Угу. Такие тебе... подожди, вот такие вам нравятся? Ой, сорян, тихо. О, хорошо. На этом бунечку, друзья, поставим вот сюда. Тут у нас никто не лазит. Камыши сюда можно засунуть. А я же не поставил исследование, Дори. Сейчас, друзья, поставим это сюда. Вот так. Ну и сюда можно попытаться. Забубенить, хорошо.
Так. Вот так сделаем. Отлично. Растение 10%. Хорошо. Так, тут никто, у нас никто ничего не смотрит. Нет, тут можно составить тоже, чтобы... Так, у нас маленький выбор, что можно посадить сюда. Окей, а с того дерева засуну еще. Отлично, а по месту у нас все нормально там? Замечательно. Так, хорошо. Так, кстати, надо врубить обучающие эти ролики. Карлик и бегемот. Карлик и бегемот. Отлично. Отлично. Так, все хорошо. Здесь все отлично. Так. Карликовый бегемот. Ну, если так, карликовый бегемот засунул. Так, отлично. Так, дальше. А, поэтому если я хотел это еще поменять. Так. Латинское И. Передвинуть. В угол. Забубенить. Отлично. Есть какие-то. Так, у нас тропики были, да? Там тропики. А, кстати, сюда. Защитить, да? Я же сначала займусь ну, травой, растениями, а потом уже пойдем всем остальным заниматься. Так, нам нужна вода, тропики, нам уже... Сейчас надо тропики. Тропики. Дайте нам пальму какую-нибудь. Вот, тропики. Отлично, тропики. Ёпта, слишком большое. Такие вещи вам нравятся? Нет, не нравятся. Ну, это понравится, по-любому должно, да. Что? Ну, не столько континента растет, ну ладно, что теперь что сделать? Он засчитывается, остальное ерунда. Ну, что это нового, что-то такого не было раньше. Ага, это у нас около воды надо поставить. Сюда можно что-то еще забубенить. Что еще можно? А, вот это. Мне нравится это, да? А такая... Ух ты! Давай понравится вам, а? Замечательно. Отличненько. Ну, красава просто. Такие деревья просто не очень красивые. Мне просто очень нравятся такие прикольные. Так, что еще у нас такое здесь можем засунуть? Что это такое? Блин, такой высокий, нет, такой не пойдет. Это что? Оу. Это что-то с водой связано, да? Тростник. Ладно, это не с водой, но это было, ладно. Поставим какой-нибудь. Сюда его. Что такое? Бедвей скоро родить, окей. Эти вот будут как-то маскировать. Что с этим? Что такое это вообще, кстати, что это такое? Монтит радикалитесная, что это такое? Не, явно, что мне нравятся такие вещи, но я не удивлен. Такие вещи. Кстати, давайте смотреть, что у нас там по растениям. Просто заставим их, как будто они. Вот так там более красиво выглядели. Не важно, что это не в этом образе растет, но это вообще мелочи жизни, говорится, да? Может что-то еще засунуть, подожди. Побольше что-то, какая есть побольше, да? Заражено животное. Что-то не слишком часто начинает заболевать у меня, я не понял. Так. Отлично, вообще бомба, все. Короче, сейчас занимаемся игрушками. И опять же не поставил изучать их привычки, повадки. Так, доктор, где ты у нас самый крутой? 3, иди изучай. Вау, активное исследование идет. А, это уже, все, это у нас заработает уже. Тади бегемот, иди сюда. Окей, погнали. Так, нам надо, короче,
Что случилось? Седьмой кавалер слишком грязный. Но сколько можно? Вау. Вызвать смотрителя. Что, смотрителя? Как у них там? Что у них там? Работы не хватает? Я не понял. Алло, сейчас, подожди. Секунду, друзья. Сейчас проверим, как у них, какая у них загруженность по работе. Что-то я не вкуриваю. Что-то не слишком. Так, зоопарк. Персонал. Уборщик. Ну да, довольно-таки смотритель. Все очень-очень заняты. Но не все, по большому счету, не должны были как-то поактивнее работать. Механики, вот они все, блин, в запаре у нас. Охранники вообще чил. Высокая нагрузка. Угу, я понял. Продавцы у нас тоже все работают. Ладно, еще можно охранника кого-нибудь назвать. Нужно... Ой, мастера надо брать. Смотритель, давай возьмем парочку. Ну и возьмем, можем, еще одного уборщика. Охранника. Ну, продавцов можно брать, чтобы они менялись. Вот и. Так у нас деньги идут просто рекой, у нас их просто дохерища. Прошлый год, позапрошлый год 14 тысяч, ну потому что у нас там была проблема, да. Ну, прошлый год 89 тысяч, сейчас у нас уже 21 тысяча плюсом, да, сейчас будет еще больше. Так, хорошо, что мы делаем? Тут вы жертвуете деньги, да, суточку уже дали. Хорошо, занимаемся сейчас у них же кушать-то нету, ничего не поставил. Ой-ой-ой, вольер. Ням-ням, надо же даже дать им покушать. Так, большая панда, так, не-не-не. Наверное, здесь карликов есть бегемот? Нету? А здесь есть карликов бегемот? Да, вот. А, на землю просто высыпали. Ну как так, некрасиво. Что-то слишком большую я поставил, кормуху, мне надо поставить одну сюда маленькую какую-нибудь. Ну, там, где люди гуляют, чтобы они видели, что они тоже кушают. Так, вода у них есть. Ну, замечательно. Окей. Так, лакомства. Это нету, это вода у них есть. Ну, можем поставить чисто ради прикола одну вот такую. Чтобы оно было, да? Кстати, надо проверить сначала, или у нас вода здесь есть в этом радиусе. Да, у нас вода есть в этом радиусе. Так, что здесь? Живет, но умерло. Солнечная панель не исправлена. Что? Так, подожди. Каждый год. Ну, блин, 3 месяца надо приходить вызвать механика. Здесь. Каждые 3 месяца вызвать механика. Чего ты так ломаешься быстро, дружище? А здесь? Вызвать механика. Можно заставить каждый месяц, да, может быть, по-большому. Да, скажем, заставить каждый месяц, пусть на каждый месяц приходит. И ремонтирует все это дело. Я уже поставил. Первую панель надо. Это вольер жирафов, да, у нас получается. Я думаю, что них же не дамажат вроде бы. Пятый. И здесь у нас 5% месяца, каждый месяц. Окей. Это починится. Так, животное умерло. Али африканский зон. Самец. О, это плохо. Нам нужен тогда самец. Подожди, сейчас у нас самца, походу, больше нету, да? Так, секунду. Сейчас, секунду, друзья. Отвлекемся, молись. Зоопарк, африканский бизон, да? А буйвол, африканский буйвол. У нас есть вроде бы, но это будет Нет у нас. У нас нет, нам нужен буйвол мужского пола, который будет просто стоить бешеных бабок. Это уже как обычно. Так, ладно, посмотрим. На 4000 с копейками сейчас продали. Так, буйвол, африканский буйвол. Смотри, сейчас просто... Миллион на стоит будет, кстати, какого денежек. Африканский бизон. Мо, 6000, бля, ебаный ты карайся. Идите в баню, бля, 6000, за что? Не знаю, сдохнут, как не знаю, как мухи, бля. Но не без шансов. Слишком низкие, вот что, блядь, издеваетесь надо мной? Ладно, пока что не будем этим заниматься, надо, мне надо найти буйвола, блин. И главное, что у меня рождались, ну, не у меня, у них рождались только самки, блин.
Это просто очень плохо. 6 тысяч за, блин, платить за это? Ладно. Пойдем попозже посмотрим. Так, видишь, у нас самец 6 тысяч, да? Больше другого нету. Ладно. Окей, не будем отвлекаться. Сейчас пошли к нашим карликам бегемотам. Вот они здесь у нас так. Так, и нам дадим сейчас игрушки. Вольер. Как вы себя чувствуете? Обогащение. Сейчас мы, друзья, займемся обогащением вашим. Мне надо сейчас выбрать человечка. Африканский. Вот, карликовый бегемот. Все. Это то, что мы можем им дать. Вот, дадим ванну им поиграться. Им это... О, 50 сразу процентов дали. Это массажный стол. Стол. Водопад им нравится? Ну давай водопадик сделаем вам, друзья, еще. О, что так темно стало? Так, секунд, друзья. Извиняюсь, надо было поднять телефончик. Так, хорошо, ладно, смотрим, что у нас получается. Все, водичка идет, отлично. Это можно тоже поставить. Так, чисто ради прикола пока что. Тоже это уберем. Это. Раз. Два. Даешь ты матрешки. Не надоет жизнь. Так. Отлично. А почему так мало обогащений еще работает? Это что? Это для карликового бегемота? Как он что-то достанет, дружище? Ну ладно. Как скажешь. Опять нихера не видно, блин. И это? Нихуя себе ты такой огромный. Ты будешь его толкать, что ли? Ну ладно, как скажешь. Ну парочку таких можно засунуть. Ну и, конечно, это. Им нравятся такие вещи. Так, что еще можно дать такое интересное? Вот такую кормушку мы еще не давали ему, да? Олесь, ты бы еще видел, что происходит? Один. Два. Отлично, хватит им. Это уже напичкали. Так, смотрим сейчас, что у нас получается, да? Где вы там? Все у вас отлично, да? Пространство у вас просто... как жопа, как говорится, кушает, да? Так, это что за... Убрать. Что-то несовместимо было здесь у нас. Кормушка 100%. Тут все травки, вот все замечательно. Все замечательно. Отлично. Ну что ж, друзья, животное умерло. Что, кто умер? Трубка зуб? Неужели, блядь? С ним всегда какие-то проблемы, блин. Трубка зуб. Что у нас остались трубка зубками вообще? Трубка зуб. Вообще есть какой-то трубка зуб у нас? Нету, да? Так, короче, нам надо продать парочку жирафов этих. Просто целая куча. Я даже буду продавать их, просто отпущу на волю. Так, самцы. А, это жирафы. Так, один самец здесь есть. Два самца, так, этот маленький растет еще. Самок 2, 3. Раз, два. То есть только у нас получается самцов. Там, значит, так. Раз, самка, два, самка, три, самка, четыре, самка, четыре самки. Раз, самец, два, самец, три, самец.
4 смерти, все нормально, отпускать на волю. Такс, хорошо. Хорошо. Так. Что-то мы сюда еще будем засунем, потом сюда что-нибудь еще. А, это нет, вообще это наше помещение, откуда мы вообще начали двигаться. Так, а, трубка зубки надо. Трубка зубов надо приобрести. У нас они все сдохли. Потому что я их обычно держу по два, по одному. Чтобы они там не воевали у меня, получается, да? Так, зоопарк. Зоопарк. Изучение. Да, тут, может, свидетели, друзья, какие-то у вас умерли, да? У вас появятся не в сером виде, что ты, например, трубка зуб. А где у нас трубка зуб? Что, они живы еще? У нас есть какой-то трубка зуб? А, нету трубка зуба. Вот, видишь, нет его здесь даже. Ладно, торговля животными. Бенгальский 20 минут, это еще 20, это окей. Надо купить трубка зуба. Какой-нибудь, так, самец. А, я хотел, мне надо было этого купить. Без буйвола. Угу. Забудь. Так, трубка зуб. Фильтр. Или просто потом просто избавлюсь от этого Валера и стоит там что-нибудь другое. Посмотрим, потому что, ну, трубка зуба. Ну ладно, мы сегодня начинали, это уже как-то надо держаться для них, наверное, да, до конца. Кто там? Фламинго Сурарей. Только, блядь, от них избавились. Они уже вот... Что? 1500 за трубка зуба? Ты что, издеваешься, дружище? 1400. Ну, покупай. Переместить. Сюда. Ну и... Ну, 1000 за трубку зуба платить, блядь, сделал. Ну, жалко мне. Трубка зуб. Самка. Ну вот, 10 тысяч. Еще что вы издеваетесь надо мной, блин? 1500. Ладно, хер с ним возьмем. Переместить. У нас 3000 с копейками есть, так что нормально. Опа, у нас есть какой-то подарок. Что за подарок? Мы какой-то... Что-то мы выполнили. А что мы выполнили? Я не понял. Ну ладно, хер с ним. Так, что-то... Так, секундочку, друзья. Так, где наши карликовые бегемоты, блин? Здесь они. Здесь они. Вот они. Тут тусуются. Ну вот здесь они тусуются, блин. Да, бля. Да твою мать. Ой, куда я? Блин, все здесь, сюда же, на 20 сторону. Бегемоты. Сегодня... Я сам разбудился в своем зоопарке, блин. Что у нас здесь? А, да, тут еще, друзья, вот такую солнечную панель поставил. Такая, не знаю, супер. Ничего наверх не ставил, потому что как только прозрачка уйдет стекло, они сразу... не производит энергию. Так, что у вас здесь происходит? Ожидает появляется потомство декабрь. Сейчас у нас... О, скоро будет, друзья. Как-то не заметил даже, как это все произошло. О. Карлик Бинго скоро родит. Круто. Удачно. Довольно-таки быстро. Помню, как с жирафами было, когда вообще проблематично это все сделать. У них были проблемы постоянно. Ну, где малыш? Покажи. Мама. Нет малыша? А ждать потомства. Ну, уже это рожай его, я не понимаю. Упал. Такая кожа у них гладкая. Вот и появилось. Маленькое чудо. Женского пола. Называют ее Вау. Вау. Я не знаю, как назвать его. Вот. Круто. Такой малюсенький. Так что, друзья, очередная ваша просьба выполнена. Так что, друзья, если вам понравилось видео, конечно, поставьте лайкосик, подпишитесь на каналчик. Опять же, оставляйте комментарии по поводу какого видео хотел бы следующее, да? Сравните, смотрите, да, друзья? Какой человек, какой этот маленький карликовый бегемотик. Вот. Да, какое видео хотите видеть? Потому что, ну, я смотрю комменты, читаю, конечно. Большое вам, конечно, спасибо за вашу поддержку. Короче, вы просто красавцы.
Так что, друзья, на сегодня мы с вами прощаемся и уже увидимся в следующем видео, друзья. Всего вам доброго и пока-пока.